Положение на востоке Украины остается напряженным, гарантии мирного урегулирования не существует, заявил в четверг источник в МИД ФРГ, комментируя встречу глав МИД стран Нормандской четверки, Россия, Германия, Франция, Украина, которая состоится в Берлине 12 сентября. Положение на востоке Украины остается напряженным. Мы далеки от того, чтобы перестать тревожиться или обладать гарантиями мирного урегулирования. Поэтому крайне важно продолжать активные действия и пытаться добиваться дальнейшего прогресса, как бы сложно это ни было, говорится в заявлении МИД ФРГ журналистам. Источник добавил, что целью встречи министров Франко-Вальтера Штайнмайера, Сергея Лаврова, Лорана Фабиуса и Павла Климкина станет обсуждение ситуации в Восточной Украине и дальнейших шагов по реализации Минских соглашений. Министры стран Нормандской четверги встречаются уже в седьмой раз на протяжении 14 месяцев, первая встреча состоялась 2 июля 2014 года в Берлине. В последний раз главы МИД встречались 23 июня 2015 года в Париже. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали почти 7,9 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.